Здравствуйте, народ! С вами Павел Первый, как вы догадались, наверное. И дополнение про меня, то есть Короля Лича, наконец-то вышло в Хардстоуне. Рыцари Ледяного Трона, представляю вам я их. Итак, ребят, как вы, думаю, догадались из названия видео, наверное, будет как-то очевидно названо. Сегодня мы будем открывать по-чински, естественно, в честь выхода этого великолепнейшего, безбашенного дополнения. Да, когда я смотрел на картишки, мы с Лёхой такие только рты раскрывали и охреневали просто от того, какое безумие просто анонсит Близзард. Но по картам я, наверное, отдельный ролик сделаю. Я хотел его сделать раньше, но не получилось. Поэтому придется уже после выхода дополнения обзорить все это дело. Ну, тем будет актуальней, что ли, не знаю. Давайте коротко расскажу о рыцарях Ледяного Трона. Дополнение добавляет 135 новых карт. Это неинтересно особо, да? Карты новые, механика почищения жизни, новый тип карт герои и так далее и тому подобное. Что там еще? Приключение небольшое здесь появится про Короля Лича, бесплатное причем. И тут всего будет 3 крыла. Но тем не менее, 3 интереснейших, надеюсь, крыла тут будет. И за прохождение их нам, конечно же, будут давать награду, так сказать. Близзард решили объединить и дополнение, и приключения в одном паке. Но будем надеяться, что это будет сохраняться. Да и заодно заценим приключения, все-таки это Цитадель Ледяной Короны, тут должно быть все круто, эпично и классно. Ну и как вы, думаю, видите, паков будем мы сегодня открывать очень много. Так, 25 получается. Если бы еще 10 голды было бы, я бы открыл. Ну, давайте посмотрим, сколько легендарок, с учетом изменений, которые внесли Близзы, нам выпадет. Напомню, на всякий случай, что дубликаты больше не падают. Конечно, если еще есть места, есть карты, которых еще у вас нет, грубо говоря. Дубликаты лег. И не больше 2 одинаковых карт в одной паке. Давайте приступим. Это так уже и хочет, тут прям трясется. Этот ледяной починский, ну открой ты меня. Давайте посмотрим на красивейшую анимацию открытия этого пака. О, Король Лич одобряет. Ну надо рубашку сменить для начала. Давайте это сделаем. Первые 40 пыли. Но я не буду говорить о самих картах, хорошие они или плохие. Буду, наверное, концентрировать отдельное внимание на действительно хороших картах. А вот по всем картам уже отдельно пройдемся, так что... Так, давайте сначала стряхнем с тридой, и зачем я сказать, не знаю. Ну, давайте, короче, поменяем рубашку на более крутую. Тут должна была быть за предзаказик. Вот она, моя рубашечка. Муа. Еще, кстати, 2 рубашки добавили, которые за какую-то промо-акцию можно получить. Вот, смотрите, вот это прям вообще классно, тащусь с нее. Ну, посмотрим, смотрите, зов бездны, зов света. Видимо, какое-то противостояние тут будет, не знаю. Давайте продолжать открывать паки. Надеюсь, что нам дадут легу хоть одно из 70 пака. Так. Пока ничего ультра особого. Прыгвин. Я вот не понимаю, как можно его пингвина, как прыгвина перевести. На английском там даже и близко такого не было. Да и вообще куча вопросов, конечно, по переводу. Как так можно перевести? Да. О-о-о! Легендарочка уже! И это отвратительный боувар опаленный. Божественный щит. Когда ваше существо теряет божественный щит, получает плюс 2 к атаке. Ну, будем, значит, в будущем делать колодку на бабуах. Благо, тут эта механика, ну, сильнее развита. Окей. 400 пыли, скорее всего. Ну, в любом случае, у меня есть пыль на легендарочке. Если Джайна не упадет мне, я ее крафчу.
Потому что по мне это самый топовый гир. Да, самый топовый. И по механике мне больше всего интересен Риксар. Овчьей смерти. Так что я его буду крафтить. Не, он не сильно может быть, но мне механика его сама интересна. Так, что тут у нас? Очередная 40 пыли. Уже в какой раз подряд мертвая хватка падает из 4 паков. Заметьте. Мертвая хватка. Третий, по-моему, раз уже. Близы! Алло! Что с рандомом? Уже подряд просто одинаковые карты падать будут. Починили рандом, называется. Вот, а вот он в первом паке падал, этот защитник Дракари. Алло! Алло! Да. Сколько дубликатов там выпадет, интересно. Ребят, пишите в комментах, считайте, сколько мне одинаковых карт попадает, а? Вот, кровавый гедонист, он позап... Опять защитник Дракари! Как будто карт больше нет, а? По-моему, после Унгура стало еще хуже. Вот опять некротические упыри, опять злобные. Вы, блин, издеваетесь, два упыря в одном паке. Пиздица. У меня Софья. Мы только 7 паков открыли, между прочим, а уже дубликат так. И плещут. Что тут у нас? Похищение души. Это когда, знаете, уже у близов идеи кончились. И они просто не могут больше новых карт придумать. Поэтому мы сделаем такую же карту, только подешевле. Вспомните карту за 3 маны, которая действует аналогично. Да, у нее не похищение жизни, а именно восстановление здоровья в конкретном количестве, вне зависимости от нанесенного урона. Ну блин, могли бы переделать ту карту. А теперь у Лока 2 похищения души. А пожирание разума больше копипаста колод для богу копипаста колод. Жрец кайфует прям. Не надо колоду составлять. Есть карты, которые копируют колоду. Эпическая карта! О, эпик выпал. Симулякр. Мне вот интересно, как там можно было... Так вот именно перевести. Что это слово вообще значит? Все, мне наскучило. Давайте легендарочку, а. Я хочу вот 3 леги, чтобы 2 золотые были, одна простая, как у кое-кого на кое-где. Вот опять Дракари падает. Опять веселый вурдалак. Ну вот это называется рандом починили, что ли? Дубликаты подряд. Вот дыхание Синдрагоса прошлым паком падал. И до этого, по-моему, падал. За что под следопы тоже уже падал. Владыка склепа уже падал. Да что за херня? Почему одни дубликаты? Прыгвин падал. Защитница падала. Остальное все вроде. Воющая тварь. Мы еще угорали долго над тем, когда его перевели как пушистый зверь скверны. И знаете, такие варианты пытались придумать. Как же профессионально наши локализаторы это могли бы перевести? Были варианты, как там, высокогрив скверны, скверногрив, сквернолев и тому подобное. И переводит его как воющая тварь. Воющая тварь. Воющая тварь. Так, бросок костей. Было, подледная ловля. Было. Опять следопыт. Вот этих карт еще не было вроде.
Потому что у меня слов нет, а? Вот опять защитница, чума, скелемант, фермер. Они все были. Вот я этого Мурока бы придушил сейчас. Он получил золотую легу героя. А нам дубликаты падают. Охрененная карта костяной дракон. Костянайка была тоже очень упышная. Опять неправедный суд упал. Но в остальном не помню. Опять мертвая хватка, опять исследователь чумы, опять похищение души. Вы издеваетесь! Я уже 15 паков открыл. Сколько давайте просто элементарно зайдем, посмотрим, сколько уже пыли накопилось на этом дерьме. 35. Обычные 7 дубликатов. Понимаете, да? Если бы у меня были все карты, пыли бы было гораздо больше. Ну, то есть все карты были бы уже. Я бы выбивал вот так. Так, ладно. Пора включить свою силу короля лича. Так. Во имя тьмы я приказываю тебе, грёбаный пак, чтобы ты мне дал 5 лег. Все, ничего не знаю. 5 легендарок. Эпик. Пустыха. Рарка. Пустыха, пустыха. Опять этот следопыт, а? Сокрушитель разума. Тигельный Хоус. Это какой-то уже, знаете, локовский, за счет другого получает бафы. Но, увы, оружие-то лок не имеет, так что это и общая карта. Так, я приказываю тебе, чертов пак, дай мне нормальные карты. Нормальные, и карту героя, давай. Я король лич. Исполняй мою волю. Вот оно в прошлый раз ровно так же располагалось, по-моему. Как он это выбивает? Эй! Мурок! Ну, не ровно так, чуть-чуть по-другому. Но вот эти две карты... И это было... Эпическая карта! И это было... Он великан, ладно, еще более-менее карта, если на перегрузках играть. Блин, я не знаю, что сказать. Жалкая насекомая. Заколебали легио. Жалкая насекомая. Я немедленно приказываю тебе выдать мне легендарку. Вперед. Легу мне живо. Слушайте, не работает, а? Я уже это комментировать отказываюсь. Просто отказываюсь. Вот сколько можно, а? Ну дайте мне нормальных карт. Я чё, всё крафтить буду должен, что ли? Вы издеваетесь, а? Отвратительно, просто отвратительно. Золотая, редкая, золотая, обычная. О-о-о, золотушки пошли. Пыль, пыль, пыленочка. Да, гек, оу. Сколько у меня дубликатов, а? Это мне одному так не везет, а? На дубликаты сраные. Почему так много дубликатов выпадает, я не понимаю. 400 пыли. Да.
мы открыли 28 пак. Всего одна лего. Куча дубликатов. Причем подряд вот так вот. Вот прошлым паком падала ложная смерть. Опять она упала. И причем, по-моему, в этой же позиции смерть стояла. Вот какого хрена? Да вы издеваетесь, как вы этих героев выбиваете из паков, алло. Мне нужен совет, извините. Так, ладно. Небольшую передышку сделал. Это мы открыли паки на деньги мои, которые были, то есть на золото. Теперь мы открываем денежные паки. Что ж, близы, если нормальные карты не будут падать сейчас, то ваш рандом точно сломан. И чтобы вы там не говорили про то, что он работает как надо, это откровенный пиздеж. Поехали. Что-то подозрительно. Сразу мне выпал владыка плети горош. Кстати, тоже неплохой, между прочим, чувак. Мне нравится он. Можно будет им сыграть. Какая у него там способность была, я уже забыл. Забыл. Не суть. Зато у меня есть починский. Ой, починский говорю. Лего. Так, ладно. Переходим дальше. Это еще не отменяет моих слов, которые я сказал до этого пака. Так что, близы, ваш рандом все еще очень может быть сломан. Давайте. Вот видите, поломанный рандом. Дубликаты! Дубликаты! Они повсюду! Эпическая карта! Кстати, Черный Страж хорошая карта, потому что урон за счет хила это, по-моему, бешено. Прям вот вообще кайфно. 20 хп там, не знаю, отхилить. И бабах в личинку врага, и все прям будочку сносит. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Вы что, издеваетесь, что ли? Эй! Это несправедливо! Я столько денег угробил, да это, эй! Так, ладно, именем тьмы, именем короля лича, я повелеваю вам, сраные пакичи. Давайте-ка по-хорошему, нормальный рандом, чтобы падало все как надо, чётенько, вкусненько. Давай, легендарочки мне, в руку, живо. Это не легендарочки, к сожалению. И снова дубликаты. И снова прыгвин. И снова прыгвин. И снова хватка. Да, вообще прям топяка. Кто-то псарт? Я вообще короля лича хочу. Эй, ну хоть меня дайте, эй, хоть меня, Легу. Король лич, короля лича не получишь, что ли? Вы чё, совсем, что ли? Ваш рандом сломан же. Чините его, эй. Как может подряд выпадать столько одинакового? Я не врубаюсь, а. Вот. Только что вот этот эпик выпадал. За 6 маны.
Опять он выпал. Ну точно же ненормально, что это с рандомом. Не может такого быть. Несколько раз подряд. Это я не знаю, как звезды сойтись, что ли, должны, чтобы вот так вот рандом выпал. Алло, чинить надо рандом, Близзарды. Это ненормально. Ни хрена он не работает. Это не рабочий, сломанный рандом. Гребаная выжималовка денег. Улучшили, улучшили они там, блин. Пиздёж это все. Ни хрена не улучшили они. Это все такие поверхностные тексты, дабы завлечь побольше игроков. Это дополнение уже разочаровывает меня. Своими отвратительными паками. Воскреситель мертвых, блин. Раньше к таким словам придирались. А сейчас это норма. 35 паков осталось. Мы открыли... Сколько там? 78... Да, больше половины. Так. Я уже не знаю. Я к Сарону помолиться, что ли? Слушай, чувак, я к тебе давно не обращался. Йоксаронушка, ты меня не раз выручал. Пожалуйста, выручи в этот раз. Подари мне что-нибудь вкусное. Желательно меня. Из этого пака. Я поздно, наверное, сказал из этого пака. Реплика, золотая редкая карта. Видимо, да. О, Йоксарон! Милости твоей прошу, подари мне короля лича золотого из Починского. Позязя, позязя! Но это не король лич! Знаете, такое с неба прилетает записку. Дает тебе хуй тебе в рот. Кто-то там опять Легу выбил, что ли? Я вас ненавидеть начну, ребят. Хватит выбивать Леги там. Слушай, Йоксарон! Я поболился как следует, я не знаю. Я бы мог поклониться, но на камеру этого видно не будет. Так что извини. Дарю тебе свой... Как это на букву Т? Телепатический поклон. Ваше Величество, помогите короля лича выбить из пака. Из этого пака, который вот сейчас я поставлю. Окей. Так, там надо жертвоприношение принести. Ну, Гулю моего заберешь, короче. Нет, не тебя, Гуля, другого Гулю. Короче, выбирай там миллион Гулей и забирай их всех, если хочешь. Только одного мне оставь, моего преданного. Так, там, Йоксарон, Йоксарон, мой сладенький пунпончик, пожалуйста, прошу тебя, молю, выбей мне легендарку Король Лич, пожалуйста, моляю. Твой верный слуга, Король Лич, Павел Первый. Это не Лего. Слушай, Йоксарон, это не очень-то похоже на короля лича. Как бы, может, из этого пака король лич будет? Ура, очередной дракари теперь золотой. Но это не король лич. У нас 30 паков остается тем временем, и все равно я еще не выбил. Короля лича! Короля лича! Я не знаю, кому там, самому себе молиться. О, великий король лич, то есть я. Помоги мне выбить легендарку, пожалуйста. Легендарка, король лич. Король лич. И никто другой. Золотая обычная карта. Зря, наверное, сказал никто другой, потому что теперь никого не выбью. Зря сказал, что никого не выбью, потому что теперь никого не выбью.
Так, там надо нарисовать звездочку. Так, может, не знаю, мой сатанический древний круг поможет мне выбить легендарку. Где он тут? Кто-то тут лишние слова написал. Кто в моем блокноте лазил, а? Какого черта? Все. Кто-то лишние знаки нарисовал здесь. Да. Короче, вот он мой сатанический круг, мой проход. Леги, давайте меня живо! У меня что-то упало. Потом найду. Это, наверное, надо было делать перед открытием пака. Так, ладно, еще раз. О, Йоксарон, от силы тьмы, о, Саргерас, взываю к вам. Вы нужны мне в этот трудный час выбить легендарку из пака. Боги рандома отвернулись от меня и дают мне только одни дубликаты. Я не могу выбить хорошие карты. У меня только одна пыль. Я молю вас, молю пощады, молю снисхождения. Дайте мне пару хороших легендарок и картишек. Прошу вас, не давайте мне пыль. Умоляю, умоляю, умоляю. Надеюсь, сработает. Так, там надо покрутить это вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, да-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 да. Это называется помолился. Да пошли вы, а? Еще молиться на вас. Кто вы такие? Уже весь азарт пропал просто. Весь интерес. Просто неинтересно. Серьезно. Это даже не смешно, Blizzard. Я не знаю, после этого дополнения какой отток игроков у вас пойдет. И меня отток, а не приток. Потому что просто дубликаты пачками получают игроки, и все. Посмотрите, опять там те же карты, которые у меня были. Посмотрите. По-моему, они увеличили количество дубликатов. Шанс подняли, но сделали, чтобы не больше двух в одном паке. Гениально. Кстати, бедная труповозка, которую перевели как мясной фургон. Это ужасно. Тигельный колос. Где-то я уже видел. А, он мне несколько паков назад падал. Точно. Эх, эпическая карта. Большая редкость, большая удача. Просто... Открываю уже без интереса. Без азарта. Без ничего. Я расстроен. Синдрагоса. Не самая лучшая карта этого дополнения. Но хотя бы у меня дракончик. Дракошка моя будет. Но это не Сиренокс, конечно. Это Синдрагоса. Но эти два... 0-1 пиздюка, они дают леку, когда их убивают, но хрен их убьешь. Разве что сам убьешь. Золотая обычная карта. Сколько там? 3 леги выпало за 70. За 60 паков с лишним, грубо. Уже за 65 паков. Золотая эпическая карта!
Короче, я даже, наверное, в это дополнение играть особо не буду. Потому что весь азарт, весь интерес уже вот на этой стадии, он просто к нулю сводится. Когда тебе одни дубликаты падают. Я не могу быть настолько везунчиком. Никто не может. Да это невозможно. Вот опять этот прыгвинка было. Завыватель, Синдарай. Ну сколько можно, а? Потом, когда я буду обзорить карты, посмотрим, сколько рарок не выпало, учитывая то, сколько дубликатов при этом выпало. И обычек заодно. Хочу видеть. А прям сейчас посмотрим, сколько всего мы там понавыбивали. Отвратительно. Я разочарован. Нововведения с паками, они отвратительные. Просто ужасные. Мы открыли 78 паков. И получили... Даже на одну легу пыли не хватит. Это ужас. Вот ледяной трон. Так, так. Давайте. Обычная. Хочу видеть. Все обычки выбили, да? В нужных количествах. Обычки выбили. Их немного получается. Редкая. Вот одну редкую не выбил. Вторую. Третью. Ведь самые хорошие не выбил. Самое главное. Три редких не выбил. А теперь давайте посмотрим, учитывая, сколько дубликатов эпических нам падало, сколько эпических нам не выпало. Так, начнем с друида. Раз. Два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать эпиков нам не выпало, с учетом того, как много дубликатов падало. Просто сами посмотрите. Две труповозки, два упыря, два колоса, один рубский мастер, один каратель, кто на меня, один великан, один умиранг, одни объятия, один страж, симулякр. Тотальное заражение, хоть на это повезло. А теперь давайте посмотрим. Да тут даже смотреть нечего. В меньшинстве просто леги нам выпали и все. Но здесь бесспорно я себя крафчу, несмотря ни на какие упреки, я крафчу себя и точка. Все. Вот. Зато сам. Все, что составляет мою сущность, злость, безжалостность, отомщение и 8 атаки, я вкладываю в тебя, достойнейший рыцарь. Вы видели, там около 200 обычных дубликатов и достаточно немало рарок. Я просто не знаю, как все это описать, это просто одним словом пиздец. Близы, рандом, сломан. Я знаю, что это ни хрена никто не услышит, но я вам 100%, вот я 80 паков почти открыл, и буду, конечно, еще, наверное, открывать. Но это ненормально. Отвратительно. Ужасно. Просто не знаю, что с вами делать. На этом... Все, одна из первых серий Ледяной Короны завершена, рыцарей Ледяного Трона, извиняюсь. Дальше будем обзорить карты, смотреть. Будет большое видео.
А там дальше приключениям, возможно, приступим. Сразу говорю, я торопиться не буду проходить. Я и сейчас уже азарт потерял, в принципе. Так что нет. Давай, до свидания. С вами был Павел Первый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. И не забывайте про материальную поддержку, которая сейчас очень нужна каналу. С вами был Павел Первый. Всем пока.